Привет, мужики! Здорово! Сын собрался на дискотеку. Слава богу, батя поможет. Батя, слава богу, есть. Поможет. Он то ли булочек с маком переел, то ли у него кока-кола мозг разжижила. Не, у него сегодня первая дискотека. Сыночка, сейчас тебя папа всему научит. Да, пап, я еще не решил, идти мне или нет. А, ну правильно, что? Дома лучше уроки поделаем, конечно. Че, а я тебе, считай, помогу. Компьютер отключим, телефончик заберу у тебя, ремешок вон туда повешу. Папа, ладно, пойду я. Конечно, пойдешь, ты с тем обеешь, я сына. Сыночек, пиджак почти не ношенный. Да, пап, я не пойду в позорном пиджаке. Не торопись, сынок. Пиджачок непростой, он же с секретом. Да, пап. Сына, ну ты че? Ну ты как в футболке алкоголь-то будешь проносить? Ну а тут, считай, это функция стройная, а, сын? А знаешь, почему меня раньше звали кипятильник, а? Почему? Да потому что, когда я выходил на танцпол, бабы кипятком сойся, сына! О, сынок, а хочешь, я с тобой пойду? Ну, пап, точно нет! А в смысле, а что, меня мать отпустила? Да она тебя каждую субботу отпускает на все четыре стороны после твоих пятниц! Угу. Видалка она меня сильно любит, а? А теперь звучит медленная композиция для самой прекрасной девушки этого вечера. Папа, сейчас никто не заказывает так песни. Да у вас просто песен нормальных нет. А я тебе специально нашел, сына. Там, где клен шумит. Ну что, сынок, как будешь Светку свою на медленный танец приглашать, а? Пап, я не буду там танцевать. А ну правильно что? Ну. Возьмешь учебники, можешь домашнее задание учить. Я тебя дома с особым пристрастием проверю. Ну ладно. Ну давай. Давай. Ну что, ну... Привет, пойдем потанцуем. Да пошел ты в жопу, ты мне не интересен. Вот так она тебе ответит. Ну кто так баб приглашает, а? Смотри, как надо, смотри. Привет. Ты знаешь, наблюдаю за тобой весь вечер. И мне кажется, я ждал эту минуту целую вечность, детка. Разреши? Конечно. Вот так вот, сынок, ты и появился на свет. Помню, давай без подробностей, пожалуйста. Сынок, тебе в клубе будут предлагать наркотики. Пап, сейчас в моде здоровый образ жизни, наркотики никто не употребляет. Угу. А эти ваши энергетики всякие. Да это не наркотики! Подожди, ты что, их пьешь, что ли? Я... нет. Мать! Закрывай-ка дверь, я сейчас тут все переверну! Наш сын начинающий наркотики! Короче, сыночка, на дискотеке к тебе будут приставать пацаны. Пап, ко мне не будут. Поверь мне, сынок, будут. Я этих пацанов знаю, они прям ждут, к кому бы пристать эти. Пап, ко мне не будут, я не такой. Сына, ты именно такой. Ты посмотри на себя, ты именно такой. Да тебя прям охота, да и... Ну, ты понял меня, в общем. Я не понял, пап, я вообще наоборот. Сыночка, ты не наоборот, ты именно такой. Но этого не утаишь, ну видно, что по тебе. Да, пап, я не гей! Я люблю Ибрагимова, мы уже целуемся! Ты дурак! Ты такое слово даже в доме не произноси! Я имел в виду, морду набьют, морду! А? Я не понял! Не понял! Бум! Иди в рот, сюда вырвай, папа! Пап, что это? А, сыночка, это вот на писю одеваешь. Да я знаю, что это! Зачем мне это сегодня вечером на дискотеке? Так, подожди, а у тебя какой рейтинг-то в Харкстоуне? Легенда. А, да. Он тебе не понадобится. Сына, сейчас я покажу свое фирменное движение. Пап, у тебя уже все очень-очень фирменное. Сыночка, это специально для пап. Пап, пожалуйста, пошевели меня, я даже не представляю. Ты даже не представляешь. Пап. Смотри. Пап, я не хочу тебя расстраивать, но мама за тебя вышла из-за квартиры. То есть не из-за пластики? Нет, пап, не из-за пластики. Так, сыночка, во сколько ждем победителя? Я не знаю, пап. В смысле не знаем? А кто знает? Ну как пойдет, пап? Че как пойдет? Чтоб в 10 был дома. Да пап, сейчас 8 часов. 2 часа, я за 2 часа знаешь, что вытворял? Да я тебя за 10 Ой, минут... Ой, пап, без подробностей пошел. Ладно, сыночка, удачи. Мать, включи-ка музыку. Понравилось видео, ставь лайк. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки, мужики, в описании. Ну и пиши в комментариях, где последний раз был на дискотеке. Ну все, мужики, пока!